Всем привет, дамы и господа. Это уже второй выпуск ответов на вопросы. Если вас интересует какой-то либо вопрос, я, наверное, таймлист не буду делать, но, думаю, пролистать, в принципе, вы сможете, потому что выпуск, опять же, будет не дольше 10 минут. Поэтому вот часто задаваемые вопросы, которые мне приходили спустя вот эти 3 недели. Нет, конечно, я не буду запускать больше эту рубрику, ну, недели на 3 так. Ну, раз в 2, наверное, можно это будет сделать. Все-таки подкаст с ответами на вопросы — не объединенная рубрика на моем канале. Хотя было бы, конечно, классно их совместить, то есть поговорить об игровой индустрии и все-таки поотвечать на ваши вопросы, но все это будет есть только позже. Ладно, давайте начнем. Так как 3 недели вообще ничего не было. Кстати, после этого видео я сразу же выложу еще одну часть ответов на вопросы. Ну, вы поймете, в общем. Так, первый вопрос. Что ты будешь проходить после своих игр, которые ты должен еще выложить? А, ну это имеется в виду, наверное, Hotline Кавказ, GTA 4 и Кармагеддон. Ну, в октябре, 30 октября выходит The Binding of Isaac Afterbirth. Это DLC к Rebirth. Соответственно, полное прохождение сделаю, хотя, наверное, на Лосте не буду, потому что на Лосте у меня осталось пройти только Лэмбо, и то я не думаю, что я успею, потому что у меня сейчас там не получается почему-то пройти. Вот. 6 ноября выходит Call of Duty Black Ops 3. Буквально, кстати, месяц остается с сегодняшнего дня. Как в случае с Бэтменом Arkham Knight, прямо ночью выложу как можно больше серий. Если прохождение будет все-таки, так скажем, ночью происходить, хотя, скорее всего, так и будет, то, возможно, первые части будут без комментариев. И если игра будет на английском, как Batman Arkham Knight, ничего страшного, я буду для вас переводить все, что смогу, однако будет ночь, поэтому ладно, ребят, я что-нибудь придумаю обязательно, потому что русификаторов, наверное, не будет. На сторонних сайтах я не буду предзаказывать, потому что в Steam буду ждать предзагрузки, она по-любому будет, я так думаю. Вот, и, соответственно, первым в России выложу это все дело. Можно ли тебе кинуть трейд? Конечно, трейд-оффер у меня находится на моей страничке в Стиме. Ну и в информации канала тоже находится ссылочка на трейд-оффер. Кстати, трейды некоторые люди кидали. Это классно. Мне очень понравилось, что вы мне какую-то поддержку оказываете этим самым. Я, соответственно, да, ну вообще мне из CSGO скины давали. Я их не продавал. Я их оставлял себе, потому что все-таки как подарок. Там все такое. На самом деле, это классно. Это было бы здорово. Будет ли веб-камера? Ну, была бы она у меня, конечно, сейчас. Ну, а что вы хотите с веб-камерой? Прохождение с веб-камерой? Я не хочу скатываться до каких-нибудь Куплиновых, чтобы делать акцент на себя, а не на игру. Так что есть только так. Ну, ответы на вопросы делать на веб-камеру? Ну, это, кстати, можно. Но веб-камера появится у меня не скоро, поэтому не знаю, сколько ждать придется. Будешь ли ты обновлять рубрику ответов на вопросы? Рубрику обновлять. Да, я, кстати, буду ее обновлять. Я когда-нибудь, возможно, прикуплю себе, наконец, новый телефон. И с нормальной камерой, конечно же. Ну, или просто камеру одолжу у кого-нибудь. Ну, и буду, соответственно, снимать уже где-нибудь на улице. Там ответ на вопросы дома. Показывать вам какие-то места крутые, может быть, там даже в лес бы съездил, будь то лето, или сходил бы, поснимал бы там. На самом деле, да, будет обновление, но оно будет не раньше, чем в декабре, так что, ну, в январе, точнее, имею в виду, под конец декабря, вот. По понятным причинам, конечно. Какой твой любимый персонаж в GTA 5? В GTA 5 мой любимый персонаж Майкл, как это ни странно, однако за Франклина я наиграл больше, потому что за Франклина я каскадерские прыжки, будь они неладны, выполнял. Также кучу дополнительных заданий за Франклина выполнил. Сбор этих обломков кораблей-пришельцев выполнял за Франклина тоже. То есть потратил много времени. Но мой любимый персонаж был и остается Майкл. Кстати, если вы хотите
поделиться мнением, кто ваш любимый персонаж, то оставляйте комментарии. Я, конечно же, все комментарии читаю. У меня Google лента никогда не бывает полной. То есть она всегда пустая, потому что я все всегда прочитываю. Какой-то... Так, это я читал. Ты будешь покупать консоль? Консоль мне бы надо купить. Но... Не знаю. На самом деле, это довольно сложный выбор. Нет, ну, по-любому, конечно, буду, но не сейчас, так как стоит она много. Когда пойду покупать новое кресло, мне нужно будет еще, наверное, заглянуть в этот магазин, посмотреть, сколько они стоят. Я тогда Ведьмака на PS4 видел за 2000 у нас в магазине. Это ужас, это просто ужас, реально вам говорю. Так что, да, но не так уж и скоро будет. Будет ли прохождение GTA Vice City и Payday the Heist? GTA Vice City будет, но только после того, как я пройду все, что должен пройти на канале. Потому что эти прохождения, вот, допустим, то же самое GTA 4, у меня уже 4 месяца висит прохождение. Потому что либо GTA 5 постоянно выкладываю, либо новая игра какая-то выходит. Тот же Batman Arkham Knight. Так что... Нужно заканчивать сначала с этим. Да, конечно, будет. Payday the Heist я тоже пройду. Там буквально 7 ограблений, если я не ошибаюсь. Одни очень быстрые. Ну, относительно быстрые. Пройду их на легкой сложности, наверное. По сути, все. Так, что ты думаешь о платных подписках? Это, кстати, тема очень сильно сейчас разгорелась на YouTube. Особенно в России. Ну, любят раздувать из мухи слона, как всегда у нас в России. В видеохостингах, во всяких... Вообще в интернете в целом. Думаю, что это плохо, потому что если вы будете тратить энную сумму денег на то, чтобы подписаться лишь на один канал, и такая хрень, как, ой, не будут рекламу показывать, да обосраться можно, знаете ли, тут люди с этим борются своими способами давным-давно уже. Так вот, платные подписки — это полная хрень, никто их ставить вообще не будет, потому что их поставят только люди, которые действительно думают лишь о деньгах. А не о том, что они снимают. Я понимаю, что мой контент очень ужасен. Я снимаю прохождение игр, но я платной подписки не поставил бы, будь у меня даже 1 000 000 подписчиков. Нет, нет, ни за что бы не поставил. Это просто идиотизм. Как насчет стримов? Стримы я провожу, но они довольно рандомные. То есть, если мне скучно, я там иду играть с Ромой, допустим, в Доту. И иногда бывает, стримлю ее. Ну, об относительно таких стримах, о которых я предупреждаю, ну, туда приходит до 15 человек, конечно, не особо много. Но, я не знаю, обычно я их провожу часа 2-3. Не знаю, ну, рандомные стримы провожу, можете туда фоловиться, как бы, все такое. Ну, как-то так. А ты продолжишь проходить код 4, White Knight, Ведьмака и МГС 5. А... Я так понял, у меня эти плейлисты просто на канале есть, но прохождение не закончено. Call of Duty 4 я проходить буду, однозначно. Мне нужно будет забрать диск из деревни. У меня в старом ПК он остался. Он там, наверное, я не знаю, год с лишним уже находится в процеке. White Knight? White Knight, кстати, не знаю. Может быть, конечно, пройду, но не факт. Не факт. Ведьмака точно не буду проходить, потому что... Нет, игра слишком долгая. Нет, ну смотрите, если, конечно, будет уж подписчиков достаточное количество, чтобы хоть кто-то это смотрел, потому что не хочу записывать по 40 минут прохождения, чтобы там даже не досмотрели минуты до 20-й. На, и все, хватит. МГС-5, там, по-моему, есть... Куча дополнительных заданий, куча основных, но нет, тоже не буду. Может быть, как-нибудь куплю и сам, конечно, пройду, но нет, проходить на канал, я думаю, точно не буду. Ну, посмотрим, ребят. Все может быть. Единственную замену Ведьмаку я нашел The Elder Scrolls 5 Skyrim, который я пройду. Может, даже со всеми дополнительными заданиями, то есть посмотрим. Ну, как рейтинг там у него будет. И музыка полный отстой. Дайте-ка секунду, я ее поменяю. О, так-то лучше. Ну, может быть, конечно, не особо, но ладно. Так, следующий вопрос. Что будет после полета в GTA 5?
После полета в GTA 5 будет сбор лофофор. Потому что я это обещал сделать, и все-таки это делать я буду. А вот что будет после сбора лофофор, ребят, я не знаю, потому что у меня идеи насчет GTA 5 закончились, кроме GTA Online. Потому что GTA 5 я, по сути, прошел. Ну, можно так сказать, да? Я в микшере убавлю немножко, а то громко орет прям. Да, громко прям орет. Так вот, у меня немного закончились идеи на GTA 5 сингл. То есть сбор лофофор и полеты на ноже, и полеты под мостами — это единственное, что у меня осталось в GTA 5 сингл. Но я не хочу его покидать, потому что основная же часть моего канала, собственно, подписана из-за GTA 5. А я не знаю, что еще мне снимать в GTA 5. Блин, какой-то обзор модов делать. Я боюсь игровой блокировки, потому что мало ли, что-то не то там сделаю, что-то не то установлю, и все, допустим, полетит нахрен. Всякие карты проверять, конечно, тоже было бы круто, но, ребят, я не знаю, переживаю насчет всего этого. Ну, что-нибудь придумаю точно. Какой твой любимый рэп-исполнитель? Logic, мой любимый рэп-исполнитель. У меня где-то есть там песни, у меня на странице ВКонтакте его, можете там найти. Logic. И на стене у меня его фристайл, кстати, тоже есть. Слушаешь AC/DC? Естественно, я фанат этой группы, это моя самая любимая группа. Назови свою любимую песню в GTA 5 и радиостанцию. Самую любимую? Ну, любимая радиостанция West Coast Classic, и, наверное, самая любимая песня — это... Как она? Она... Next Episode. Ну, которая Smoke Weed Every Day. И последний вопрос. Спектр, а ты пользовался пиаром? И давай снимать вместе видео. Потому что это самый часто задаваемый вопрос. Но я почему-то отнес его в последнюю категорию. Нет, пиаром я не пользовался. И давай вместе снимать видео. Такие вопросы мне приходят, знаете, когда? Вот добавляют меня люди и сразу же моментально типа пишут там: «Привет, как дела? А давай вместе снимать видео». Если бы я хотел вот с каждым, кто мне это писал, снимать видео... Я не знаю, в какую бы мы даже игру пошли, потому что... Какая игра выдержит 50-60 человек сразу? GTA Online? А вот представьте, в Стиме собрать группу, в чате 60 человек сразу добавить. Там просто гул начнется, представляете? У меня есть с кем снимать видео, и поэтому... Я ни с кем больше не буду снимать видеоролики. Однако... Можем поснимать, если я буду устраивать сходки в GTA Online... Но, ребята, я устраивал сходочку в GTA Online, пришло туда мало людей, поэтому я ее отменил, вы меня расстроили, поэтому когда будет следующее, я уже не знаю. Ладно, на этом ответы на вопросы закончились. Сегодня же выпущу небольшой эпилог к этой части, ну вы все узнаете. Ребят, что насчет планов на неделю? Ну, сегодня еще GTA 4 одну часть сниму, завтра будет GTA 4. В четверг будет что-нибудь еще, ну, из прохождений, которые я должен. Лишь только в пятницу я буду выполнять GTA 5, полеты на ноже и полеты под мостами. Ну и я думаю, все. Короче, ребят, в субботу мы с вами точно закончим прохождение GTA 5 на 100%. Но вот есть одна проблема, о которой я сделаю видео... Чуть позже. По GTA 5. С вами был Спектр. Не болейте. Все такое там. Удачи вам. И пока. Надеюсь, на ваши вопросы на ближайшие 2 недели я ответил. Если хотите тоже попасть в эту рубрику, то задавайте свои вопросы. В следующей части я их озвучу. Не прощаюсь.